Стальной хват России. Все, больше ничего не говорю. Стальной хват России. Вы знаете этого улыбающегося человека. Это главный IT-специалист города Москвы и Московской области в категории ПРО. Его настолько далеко понесло, что, ребят, я просто навожу, я ничего не комментирую. Ребят, это жесть. Нет, это не девятка, потому что если бы это была бы девятка, я бы уже не снимал бы. Понимаете, да? Это восьмерка. Вот с таким расстоянием и усилием 73 килограмма. Ну, там 72,8, 72,6, 73 килограмма. Ребята, он его собирается закрывать. Берем. Не знаю, даже слов нету. Вообще, наши расчеты говорят, что мера выпитого кофе и пиццы достаточно для закрытия. Сейчас посмотрим. Ну, гуд. Гуд. Ребят, я сломал камеру, наверное, потому что я не могу ее отпустить. Но у меня нет слов. С карты тройка, с ММС закрыл 330Н, благодаря Коле Архипову, потому что без его эспандеров мы не смогли. И вот он свою восьмерку он привез, значит, он заготовил заранее это, он это знал, замерзал он не зря под подъездом. Ура, ребята! Встречаемся в обители. Всем здоровья и таких же побед. Пока.